На Сапун-горе, героическом и сакральном для севастопольцев месте, высадили саженцы туи и цветы алисума. К международной акции «Сад памяти» присоединились сотрудники коммерческой структуры. Высадку приурочили к 79-й годовщине победоносного штурма знаковой высоты. Сотрудники откликнулись все сразу, приехали все вместе с семьями, коллективно с бабушками, дедушками, с детьми, внуками. И очень положительно восприняли нашу акцию. И мы считаем, что почему подрастающее поколение с нами, потому что мы считаем это очень важно. Дети должны знать и помнить о героических поступках своих дедов и быть такими же мужественными, целеустремленными, как их предки. Музей героической обороны и освобождения Севастополя, к которому относится мемориальный комплекс «Сапун-гора», ежегодно сотрудничает с желающими принять участие в акции «Сад памяти» волонтерами, организациями, целыми трудовыми коллективами. Высаживаются 10 туй, которые самые подходят нашему климату, любят влагу, за которыми мы будем ухаживать, будем поливать, будем удобрять, рыхлить. Вот, будем их высаживать сегодня алисум. Это цветы, которые можно уже высаживать после мороза весенних и которые будут цвести у нас все лето. Цветы алисума украсили клумбы возле вечного огня у обелиска славы воинам-освободителям, а саженцы туи высадили на аллее рядом с экспозицией вооружения и техники времен Великой Отечественной войны. Антон Шлячков, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.